Хорошо стало жить, Керим. Хорошо, Абдулла. Мудрая у нас власть, Керим. Мудрая, Абдулла. Она помнит наш далекий край. Она знает, что 8 месяцев в году перевалы в горах закрыты снегом. И помогает нам. Добрая у нас власть, Абдулла. Этой осенью опять в наши кишлаки придет караван с товарами на всю зиму. Ай-яй, какой караван. Даже у твоего отца не было таких караванов, Керим. Нехорошо ты смеешься, Абдулла. Я всю жизнь был бедняком. Прости меня, Керим. Правду ты говоришь, Керим. Бедняк ты, Керим. Но когда-то твой отец владел богатыми караванами. Я давно слежу за тобой, Керим Бай. Я все знаю. Вот так! Хороший ты человек, Керим. Ты не стал колхозной собакой. Ты мне нравишься, Керим. Держи нож, он тебе скоро пригодится. Хороший ты человек, Абдулла. Ну, садись, поговорим. Джульбарс! Перевязывай. Шамурат! Шамурат! Пери! Пери, подожди! Постой, Пери! А какую жизнь тебе дам? Пери, какую жизнь? Я уже сказала тебе, Абдулла, я не буду твоей женой. Не решай сразу, Пери, ведь богато жить будешь. Уйди от меня. Подумай, Пери, одинокой будешь. Твой дедушка долго не проживет. Опасное дело водить караваны в горах. Всякое бывает. Почему ты так говоришь, Абдулла? Я люблю тебя, Пери. Пери! Пери! Пери, постой, давай поговорим. Держите коня. Помогите. Товарищ командир. Осторожней. Куда нести? Сюда. Вот сюда кладите. Вот. Дедушка. Ничего, ничего. Дедушка. Ничего, Пери, он поправится. Товарищ Ткаченко, останьтесь больным, им нужно помочь. А завтра я пришлю за вами пограничника. Хорошая у тебя собака, Шамурат. И у меня была на заставе. Не хуже. Убили на работе. Да, если б не Джульбарс, охотился бы я теперь на небе. Эх, не вовремя я слег. Капканы в горах остались. Пропадет зверь, пока лежать буду. Пей, пей, дедушка. И вы тоже. Ничего, отец. Придумаем что-нибудь. Джульбарс поможет. Соберем твои капканы. Ты, дедушка, не беспокойся. Я ведь знаю, куда ты капканы ставишь. Да-да, внучка, ты покажешь. Ну, спасибо. На здоровье. Внучка, приготовь гостю постель. Сейчас. Спасибо, отец. Я к своему коню. Хочешь признавать меня? Правильно. Чужой я. Вот пойдем на охоту. Друзьями будем. Бросишь монету нищему, по этому знаку поймут, что ты от меня. Начальник. Здравствуй. Что это? Хорошая добыча. Уже близко. Вон, вон там, видите? Джульбарс, пошли. Джульбарс, иди. Джульбарс, помогай. Здесь кто-то был раньше нас. Да нет, чужой здесь не ходит. Как это не ходит? Хм, не ходит. А мы встретили охотника. Кто он? Что-то я его раньше никогда не видел. Абдулла. Ты его давно знаешь? Джульбарс. Ну, беги домой. Ну, что ты? Товарищ начальник, прибыл в ваше распоряжение. Здравствуй, Пери. Здравствуй. Отнеси почтенному Шо-Мураду эту шкуру в знак моего уважения. И скажи ему, что я... Я знаю, что сказать. Я скажу, Абдулла дарит украденную у тебя шкуру. Врешь! Наш гость узнал твой след у капкана. И ты хотел, чтобы я была твоей женой. Но ты будешь моей женой. Женой вора? Ни за что! Пусти меня! Молчи! Молчи! Пусти, пусти меня! Никотя! Стой! Стой, тебе говорят! Пусти! Ты что же это, а? Негодяй! Что? Абдулла еще встретится с вами, шакалы! Это вам даром не пройдет! Я вернусь! Кого прислал ко мне мудрый Абдулла? Керимбай! Что случилось? Прежде чем выпадет снег и закроет на всю зиму перевалы, в нашу страну придет караван с товарами. Богатый караван. Очень богатый караван. Ну, будь здоров. Поправляйся, отец. Спасибо тебе. Спасибо. И у меня был сын. Такой же, как ты. Моего сына, храброго охотника, за то, что сердце его было открыто для бедных и закрыто для богатых, убили эмирские собаки, басмачи. И она осталась сиротой на руках старого Шо-Мурада. А ты говорил, что у тебя убили собаку, которая помогала охранять нашу границу. Возьми моего Джульбарса. Возьми. Нет, отец. Нельзя охотнику остаться без собаки. Сын мой, стар я стал для охоты. Джульбарс. Иди, Джульбарс, иди. Ну, пойдешь? Пойдешь со мной? Ну, Джульбарс, послужи своему новому хозяину. Джульбарс. Приезжай к нам, отец, в гости. Обязательно приезжай. Вместе с внучкой. Хорошо. Дай я тебя обниму. Проводи гостя, внучка. Пожелай ему счастья в пути. Приезжай, Пери! Джульбарс! Джульбарс! Что это? Что это у тебя? Спасибо, Пери! Больше никто не придет. Нет больше хороших людей. Как нет? Ты обещал привезти еще двух. А, вчера обещал, сегодня обещание обратно взял. Утром их обоих забрали. Что я за ними в тюрьму пойду? Чужой человек там. Прокаженные шаки, ерди, чернивые головы, ошибаются даже праведники. Поганые свиньи. Не. Ты что, ослеп, старый шаг? Не волнуйся, не надо. Садись, покушай плов. Ты же не предупредил. Сволочь. Все готово. Ты пришел вовремя. Ну, погодите, колхозные собаки. Берегитесь. Вы попадете в мой капкан на караванном пути. внимательно, зорко глядите вокруг, чтоб даже светом не летит остальное, чужой стороны не обидится вдруг. Пускай летят дыли, тискятся громады, и тучи в ущельях кругом залегли. Всегда на чеку, на чужого а не надо, но пяди своей не дадим. Рядом сидеть. Над нами на шоком, широком просторе раскинулась мощно родная страна. Товарищи, зорко стоять над надзорем, тебя охранять нас послала она. Пусть мирно работают наши заводы, и трактор ведет глубоко борозду. Для Родины нашей счастливой, рядом сидеть, радостно быть на далеком посту. Товарищи, слушай, орлиная хорошо, стая, хорошо. Внимательно, зорко глядите вокруг, чтоб вражеский танк не летит остальная, с чужой стороны не явились. На пост! Здравствуй, Шо-Мурад. Идем. А черт. Ну? Иди. Ну? Теперь поговорим. Дедушка. Дедушка. Ну что, скучаешь, дружище? И я скучаю. Ничего, Джульбарс, скоро они приедут. Эх ты. Где она? Моей внучки здесь нет. Говори, где девчонка? Говори! 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 Скажешь! Скажешь, старый черт! Обыскать ущелье. Она не могла далеко уйти. Кто? Пери. Не время сейчас заниматься любовными делами, Абдулла. Жди! Ты бы лучше осмотрел дорогу. Надо спешить. Иди. Шакалы, грабители. хорошо. Оповестите кишлаки, соберите комсомольцев, колхозников, активистов, бригады охотников, организуйте поиски бандитов. Да-да, прочесать местность, объявить хашар. Заставить старика показать путь! Пусть покажет дорогу! Разворачивай! Ты знаешь здесь каждую тропинку. Ха. Такие джигиты, как ты, лучше меня знают все тропы на ту сторону. Говори прямо. Старый шаг. Хорошо. Я отвечу тебе прямо. Бандит, ты захватил подлыми руками богатую добычу и хочешь уйти. Но капкан крепко держит тебя за ногу. Неужели ты думаешь, что старый охотник Шо-Мурад освободит шакала, обкрадывающего нашу родину? Последний раз говорю тебе, отвечай! Или, клянусь Аллахом, я пристрелю тебя, как собаку. Не убивайте его! Дедушка! Дедушка! Если ты хочешь, чтобы твой дедушка остался жив, уговори его показать нам дорогу. А если он не покажет, тогда у тебя дедушки больше не будет. Заставь его. Как, старик? Надумал, наконец? Не мешайте. Я говорю с ним. Быстрее. Время не ждет. Торопиться ехать надо. Уйдите. Шо-Мурад! Сбежали! Ткач! Бросить оружие! Пери! Пери! Иди, старик, тебе говорят. Веди, ты знаешь все дороги. Нет. Нет. Стойте. Хорошо. Идем. Куда ты нас привел? Куда? Это ущелье слез. Отсюда нет выхода.